чебоксарские ребята из 11-й школы. Вообще, я до сих пор вспоминаю. Они, правда, сами не владеют чувашским, но на русском подготовили интервью. Вот. Я своим сотрудникам даже говорил, вот смотрите, как нужно брать интервью, как я, а то приезжают в школу, опять-таки дежурные, вот победитель Олимпиады. Ну, что за, как ты учишься, как ты, это любимые предметы, любимые книги, все. А суть, то, что человек стал победителем, сидя там за книгами до 3 часов утра каждый день, это вообще не то. Как будто это вот, все с неба упало. Вот звезда упала, и он стал победителем Олимпиады.